Недоношенная беременность или сложные роды? Жизнь малыша на волоске. Как спасают маленьких пациентов? Инкубаторы, реанимация, ИВЛ. Когда ребенок появляется на свет, его осматривает врач-неонатолог. Специалист оценивает работу легких и сердца, а также рефлексы, мышечный тонус, цвет кожных покровов и крик. К сожалению, патологий, с которыми может родиться малыш, много. От сердечно-сосудистых и дыхательных заболеваний до нарушений центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта и аномалий развития. Чаще встречается так называемая желтушка, когда желчный пигмент, билирубин, патологически действует на головной мозг ребенка. Связана она с несовместимостью матери и ребенка по антителам и антигенам, расположенных на эритроцитах. То есть в ответ на наличие у ребенка антигенов организм матери вырабатывает антитела, которые, проникая через плацентарный барьер, через пуповину в кровь плода, разрушают эритроциты. С первых суток жизни может проявиться анемия или развиться желтуха. Самая тяжелая форма – отечность. На этом фоне поражаются все органы и системы, но даже в этом случае можно помочь. Самым эффективным, так скажем, методом лечения – фототерапия. Это специальные лампы специальной длиной волны ультрафиолетовой, которая приводит к тому, что изомеры этого билирубина выводятся из организма при помощи почек, желчи и желудочно-кишечного тракта. Если малышу внутриутробно не хватает кислорода или роды проходят тяжело, такое состояние называют гипоксия. Это может привести к нарушению центральной нервной системы. Врачи стараются уберечь головной мозг от повреждений. Температура тела ребенка снижается до пределов 33,5-34,5 градусов по Цельсию. И в этом температурном режиме эта гипотермия продолжается в течение 3 суток, 72 часа. Потом с дальнейшим постепенным согреванием ребенка. Для этого есть специальное оборудование. Мы способствуем снижению метаболических процессов в головном мозге. И вот этот каскад реакций, который происходит из-за отсутствия кислорода, прерывается. Какой бы ни была патология, врачи стараются спасти малыша. Так, если ребенок родился недоношенным, есть кювезы. Там выставляют специальную температуру, влажность и свет. Все как в утробе матери. В этом кювезе со всеми установленными параметрами температуры и влажности ребенок находится до тех пор, пока он не будет способен сам удерживать нормальную температуру тела во внешней среде, пока ребенок не наберет достаточную массу тела. И при этом мы затеняем эти кювезы, то есть мы стараемся, чтобы у детей всегда была ночь, у них всегда покой, у них нет шума, и им комфортно. В столичном отделении реанимации для новорожденных 9 коек. У каждой есть аппарат для искусственной вентиляции легких, мониторы, которые контролируют дыхание, давление, сердечную деятельность, устройство для введения медикаментов.